Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем играть в Starbound. Не обращайте внимания на все то дерьмо, которое у меня прибавилось на корабле. А просто девать некуда все это говно, я не знаю. Вот. Зачем я собирал все эти штуки? Я их потом, конечно же, наверное, поставлю у себя на родной планете, но пока что они мне ни к чему. И мы возвращаемся на эту холодную, неприветливую планету, полную опасностей и ужаса. В прошлой серии мы с вами не прошли испытания, которые выпали на нашу долю в пещере, в лаборатории каких-то обезьян, которые ставили эксперименты над клонированием людей, похоже. Вот она как раз внизу, эта лаборатория. Мы просто сдохли. Ну ничего, на этот раз мы с вами пройдем, несмотря ни на что, несмотря на все тяготы и лишения этой херни. Здесь просто везде электрический пол, и поэтому не очень-то удобненько все это дерьмо проходить. Ау! Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Оп. Оп. Да твою бать! Опять! Блин, если там нет ничего интересного, в конце это будет просто эпик фейл. Я не знаю, что мне всю эту электрику собирать. С собой утаскивать, что ли? Или как? Сдохните, твари! Страшные ублюдки! На, получи! Сучка! Хорошо, о! Какой-то новый вид флоры, с которого дают растительные волокна, которые нам очень могут пригодиться в наших путешествиях. Я сейчас опять убьют просто так. Да. Тварь. Стоять. Есть. Хорошо. Так, давайте поспим маленько. Довольно странный. Довольно странная херня. Непонятная. На которой мы лежим и лечимся. Ну да ничего. Всякое бывает. Стеклянные блоки, всякое грязище. Ну, сейчас нету практически смысла выбрасывать все это. Джанк-тек. Потому что все равно сейчас придется так или иначе это все дерьмо собрать. Оп. Оп. Так, а что если, например, завалить это дерьмо песком? Можно, в принципе, сделать вот так. Вот так, вот так. И вот так. Оп. Оп. И... Так, ну... Ай! Нахера я это сделал, не понимаю, но... Ладно. Какой-нибудь смысл это все имело Я только что выкинул свою кирку и подобрал ее обратно. Здорово. Повезло, можно сказать. Во. Вот так вот. А так будет другое дело. Можно не бояться всего этого дерьма. Давайте просто пройдем насквозь. О, хрен. Мы же не обязаны выполнять все эти тесты или что это здесь. Какая-то тестовая лаборатория. На то, смогут ли приматы пройти насквозь или как. Или что. Так.
Я разумный человек. Нечего надо мной ставить опыты, ублюдки. Ау! Еще и травился, мать твою. Так, спокойно. Оп, спать. Срочно, срочно спать. Да, что-то мне не очень нравится, как голый мужик на этом операционном столе лежит. А тем не менее. Так, довольно-таки быстро восстанавливает здоровье, надо сказать. Надо отдать должное этому столу, он хорош в своем предназначении. Так, хорошо. Идем дальше. Шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп-шлеп. Почему я раньше до этого? Ау, твою мать. Я тебя ненавижу. Блин, интересно, здесь есть какой-нибудь рубильник, чтобы просто тупо вырубить все это дерьмо. Так, песка у нас было раньше жопой жрать, а теперь поменьше стало. Однако, после таких вот экспериментов. Хорошо. Оп. Оп, оп, оп. Отлично. Что здесь еще у меня? Предоставите. Тупые обезьяны. Господи. Сколько много лестниц. Это, конечно, безусловно хорошо. Но всю эту кислоту я, пожалуй, завалю песочком. Прям реально какие-то тестовые лаборатории, да? И что в этом долбанном ящике? Я надеюсь, огнестрел? Твою мать! Дабл джамп. Ладно, чемоданчик тоже с собой заберу. Блин, так нечестно. Я думал, тут реально что-нибудь клевое и интересное, а там нихера. Нихера просто не было. Хотя ладно. Чем мне жаловаться? Ух ты. Тоже какое-то интересное подземелье. Что это такое? Видимо, какой-то подземный микроорганизм. Воу. А там что за ровные стены такие прям? Эй! Какой здоровый, а? Ты посмотри на него. Стоп. Иди сюда, говно. Так, это что? Это у нас какой-то очень-очень крепкий камушек. И... серебряная руда в нем. Ладно, давайте пройдем сюда, куда хотели изначально. Тут, кстати, меди полно, да? Я так понимаю. Обычный камень. Кто здесь этот светильник поставил? Кто поставил здесь светильник, мать вашу? Отвечайте, говнюки. Охренеть! Вы что, серьезно?
твою, перемать твою. Еще какая-то страшная хрень. Господи. Ну, возьмем с собой что. Офигеть, не встать, господи. Блин, темно-то как. Алмазов целая куча. Офигенно. Слушайте, какие-то реально подземные эти самые сооружения какой-то цивилизации. Сокровища. Здорово. Вот это я копнул. Здесь ничей тут покой не побеспокою. Бриллиантовая руда. Она вся моя. Моя. Да, детка. Это все мое. Здорово я, конечно, зашел. Но, блин, будут как, хоть какие-нибудь жители местные, что ли, я не знаю. Это как-то грустненько. Без них совсем. Совсем хреновенько. Никого нет. Пиксельков надо быть. Ага, иди сюда, говно, получите. Так, это что? Это руда у нас железная, я надеюсь. Да. Это железо. И это хорошо. Оп. Так, там песчаник. Нам не надо, спасибо. Тут еще всякого добра полно. Ты смотри. Эти светильники прям стоят и стоят. Ух ты! Твою мать. Что за хрень? Вау. Что это? Че это сейчас было? Офигеть. Просто офигеть. О, бриллианты. Опять фонари. Я чувствую, я без способности. Ой. И... Оп, это непрофессионально. Так, я чувствую, без способности летать я отсюда просто так не выберусь. Хотя у меня есть способность ставить блоки в воздухе. И делать вот так. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, хорошо. Морковка растет у нас тут. Здорово. Морковка, морковка. Так, бриллиантовая руда. Но я отсюда просто так не уйду. Я должен исследовать просто все. Я должен здесь все разнюхать. Вы же понимаете. Это что? Сие уголь? Ну, слишком накладно такой уголь добывать. А это что? Это нихера. Хорошо. Так, ну здесь у нас ничего интересного в принципе нет. Тогда ладно, пойдем дальше сюда. Да что, это железо что ли? Точно. Целая куча. Все, блин, в твердых камнях. В твердых породах спрятано. Хреново. Пикселей я так и не набрал, 750 или сколько там мне надо было на спаунер людей. А смотри, не ставится на вот эту херню, да? Потому что почему? Довольно твердая.
типа мягкий кирпич какой-то. Гробничный. Странно. Хорошо, так. Кого ты там орешь? Сейчас получишь стрелу в жопу. Вау! Вау, ребята, ну-ка перестаньте. Я же пошутил. Ты, блин, ты посмотри, куда я попал вообще. Чё ты там орёшь, говно вонючее? Иди сюда. Улетел он такой, типа. Я валю нахер, мне это говно не нужно. Так что пошли все в жопу, да, такой? Оп. Стрелы. Покемоны какие-то. Эй, блин. Ладно, давайте отдохнем и подлечимся. Куда ты? Иди сюда. Кусок говна. Хорошо. И тут у нас... Ты посмотри, прям, я не знаю, подземный город какой-то. Вау. Вода сразу утекла куда-то. Причем вся и одновременно. Опа. Опять этот непонятный идол. Жаба. Привет. Ха, прикольно. А тебе можно что-нибудь продать? Can afford. Я могу тебе продать какое-нибудь говно? Нет? Например, вот эту дверь. Нет? Черт. Я хотел ему дверь продать, она дорого стоит. Все это дерьмо ты мне продаешь за какие-то смехотворные деньги, да? Реально подземная жаба какая-то. Хм. Понятно. Ладно, не будем трогать. Вдруг он нам еще пригодится. А где твои собратья? У вас есть оружие ядерное, например? Это что за дерьмо? Оп, твою мать, твою мать. Так, вы мирные, да? Это радует, что вы все мирные. Тут у нас чё? Серебро, хорошо. Ха-ха-ха-ха. Так, окей. Это что такое беленькое? Твою мать! Твою мать! Что это? Какое-то вещество клеточное, господи. Твою мать! Ты посмотри на это дерьмо. Слайм, блок слизь. Блок слизи какой-то. Смотри, там тоже все это светится. О, ужас какой-то. Я попал? Или не попал? Черт! Вода отравлена, мать твою. Давай лечиться, братан. Срочно. Cell matter. Вещество. Так. Здесь не любая вода, только... Смотри, отчасти синяя, отчасти зеленая водичка. Непонятно нихера, конечно, но... Ладно. Это что такое? Опять клеточное всякое дерьмо. Ладно, давайте тогда завалим эту кислотную ванну своим же дерьмецом. Оп. И отлично. И глубже, похоже, нет смысла копаться, да? Звуки такие смешные.
Прикол. Так, ладно. Опа. О, ты посмотри, сколько там этих говнюков. Так, я хочу прокопаться вон туда. Посмотреть, что там. Тоже что-то освещает. Твою мать! Я отравлен снова. Но ничего. Мы переживем это дерьмо. Да. Интересненько. Блин. Я себя чувствую в Блайттауне. В Dark Souls. Ты посмотри. Все глубже и глубже. Все ядовитее и ядовитее. Блин, что-то меня уже не рад, что сюда попёрся. Хотя, довольно-таки много руды я тут обнаружил. Так. Cell chest, cell door. Круто. Это было круто. Какое-то такое все клеточное здесь, да? Интересное. Так. Да твою мать! Какую-нибудь защиту от яда, что ли, я не знаю. Придумать. Изобрести. Это я реально скоро кони двину. Ты смотри, сколько здесь этого серебра. Просто офигенно. Дружок, хватит стонать. Я ж понимаю, что тебе нелегко, но... Оп, стоном делу не поможешь. Да, я корный театр. Ладно. Занимаемся разработкой этой непонятной пещеры. Хорошо, дальше что? Опять отравился. Довольно легко копается, прикольно. По-моему, капает с потолка, да? Нет? Всякое дерьмище. Походу, я вообще траванулся по зверскому. Так, не сдохнуть бы. Твою мать. Кстати, это отличный способ избавляться от яда. Так, все завалить, а потом можно будет прокопать. Спокойненько. Что-то там агрессивное, да? Сволочь какая-то. Да твою дивизию. Вот так вот. Так, хорошо. А, собственно, надо, и думаю, отдохнуть маленько нашему персонажу и поспать на его модной кровати. Фу, давай, выздоравливай, братюнь, а то что-то у тебя прям вообще не очень. Хм, статуя. Лягушки. Блин, у меня скоро инвентарь забьется. Так, это я должен как-то изучать, да? Наверное, вот так. Да, вроде как выучил новый.
предмет. Здорово. Хорошо. Да ёлки-палки. Сколько же можно-то? Охренеть не встать. Ты посмотри на это дерьмо. Ты просто посмотри на это дерьмище. Господи, так. Что это? Серебро. Серебра много нужно нам. Такая вот копательная серия. Копаем, идем вниз. Идем вниз, копаем. Траемся, копаем. Копаем, траемся. Главное следить за уровнем здоровья, чтобы просто не сдохнуть. Прыжок веры. Отвали. Отвали, сука. Нифига себе, как глубоко. Как низко я пал. Так. Здесь-то обычная вода. Не отравленная. На том спасибо. Кстати, уже практически нужное количество пикселей мы набрали. Да ты посмотри на это. Воу! Ребята, ребята, спокойно. Я свой. Смотри, какие камнями плюются динозавры какие-то непонятные, одноглазые, блин. Это капец какой-то. Интересно, а что я тут вот пропустил? Например. Ну ладно. Пойдем в эту сторону, посмотрим. Блин, и это все автоматически генерируемые вещи. Довольно интересно. Серебро и... говно. Серебро и говно. Как всегда. В лучших магазинах города. Зато здесь есть сталь. Вернее, железо. Будущая сталь. А стали нам, как известно, понадобится в скором времени очень и очень много. Поэтому любое железо, которое нам попадается на пути, обязательно, непременно должно оказаться в нашем карманце. Нашим грязным, оттянутым карманце. Да, хорошо. Это что? Типа бриллианты? Или как? Нет. Обсидиан. А, ну да. Никто меня не хочет здесь убить. Как странно. Как это... не в их стиле, как говорится. Так, блин, вниз так падать далеко. Тут так глубоко и страшно. Я бы вот, например, уже истрадался клаустрофобией в таком месте, если честно. Потому что, блин, это же глубоко. Как отсюда потом выбираться? Хер его поймешь. Охренеть. Что это? Серебро? Блин, этот обсидиан долбанный. Хер пробьешь. Ух ты. Даймонд. Даймонд — это хорошо. Лошади какие-то там друг с другом бьются, похоже. Так, окей. Лошадки. Вы мирные или как? Или не очень? Смотрю, что не очень. Ай! Не трогайте меня, пожалуйста. На тебе в глаз, сучка. На тебе еще. Блин, как у меня... выносливость медленно восстанавливается. Кто бы знал, что я такой невыносливый.
Парень, прекрати. Так, наверху опять какая-то недружелюбная хрень. Фух, хорошо. Ты будешь на меня нападать, нет? Нет, не будешь. Ну и слава богу. Так, а тут у нас... Ого-го-го-го. Сколько всего интересного, но между нами стоит проклятый обсидиан. Хотя, никакого обсидиана нет. Ложки нет. Серебряная руда и обсидиан. Ненавижу обсидиан. Конечно, тут богатенько, но все это замучаешься долбить киркой своей. Нужна дрель. Кстати говоря, у нас уже достаточно денег для того, чтобы... Что? Для того, чтобы правильно поставить Human Spawner на своей родной планете. Давай, железная руда, давай. Я верю в тебя. Сделай это, детка. Кстати, интересно, обсидиантовые кирпичи какие-нибудь потом можно делать? Довольно, наверное, крепкие будут. Магмарок тоже вполне себе крепкая штука. Но не настолько крепкая, как мой лоб. Мой стальной. Мать его, лоб. Так, ну, видимо, все. Здесь уже дальше валить некуда. Поэтому что? Правильно. И сюда! Говнюки. Так, хорошо. Попробуем считерить. Получится, нет? На такой глубине. Нет, не получилось. Не вышло. Так, стопы. Ты, пошел отсюда. Нам нужно вернуться на корабль для того, чтобы... Ау! Для того, чтобы... Да, твою мать! Поставить себе технологию двойного прыжка. Которая была бы нам в некоторых местах очень... Да, твою мать! И очень полезна. Особенно при исследовании вот таких вот... глубоких вещей. Охренеть. Сколько тут золота и железа. Господи, боже мой. Ой. Да, сюда бы целую бригаду добывальщиков. Но, коль я один в своем начинании, придется все это делать в одиночку. Опять весь инвентарь забит. Просто капец какой-то. Я, конечно, понимаю, что это безумно интересная серия. Мы копаем. Мы копаем, копаем и еще раз копаем. Но, тем не менее, сегодня мы с вами увидели какую-то новую цивилизацию, подземные жабы. То есть, я так понимаю, здесь, по сути, можно искать населенные пункты не только на поверхности, да? Опа! А у меня закончилось. У меня закончились бинты. Но я знаю, что я могу их сделать легко и непринужденно. Из того, что у меня есть с собой. Опа. Отлично. В этой серии мы с вами узнали, что есть такая новая цивилизация. И города не стоит искать только на поверхности. Еще иногда стоит немного углубляться. Еще мы с вами узнали, что... В конце обезьяньего логова ничего интересного не лежит, кроме интересного сундучка.
Такие вот дела. Ну что ж, думаю, давайте сейчас на этом серию закончим. Я тут между сериями покопаюсь еще, поразрабатываю эту труду, потому что, ну реально это скучно смотреть. Это не так скучно делать, как скучно смотреть. Вот. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте большие пальцы вверх. Пишите комментарии обязательно. Я все их читаю. А с вами был Дмитрий. Всем пока-пока.